земля от света повернет. Вот. Это я не выдержал, поместил. Вот. Мы идем к краху. Крах заключается в том, что изымая из земли огромное количество органики, так, на которой вся жизнь строится. Помните, гумусный слой, который обесцеживается благодаря всему. А потом бытовой мусор увозится, чтобы дальше заражать поселки, целые города, вот, покрывать небо канцерогеном. Это нормально. Кто когда придумал закупать дорогущие машины, за которые платим мы? Вот как можно, сельчанин, не выкопать яму полтора на полтора, за год, за два заполнить ее всеми отходами, ну хорошо, кроме стеклянных бутылок и пластмассов, раз уж пиво пьем. Только вот эти две категории. Ну тогда можно этот мешок копить месяцами, мешок вот такой большой полиэтилена. И один раз, и тогда бы этой машины хватило бы не на пару деревень, а на 100 деревень, потому что больше бы ничего не сдавали. Органику с дач, с присадных участков вывозить нельзя. Это не просто дурь моя, это должно быть принято законодательно. А как это делается? Вот смотрите, я разговорился, но иначе не могу. Вот. Красный хутор, поселок Никитина и Сизая, это три в одном флаконе, вот, полностью окружены огромным количеством, десятки лет копился этот мусор, который не перегнивает. Пластик, стекло и все. Остальное то тоже не украшает, но может быть за десятки лет сгниет. Все это выносились и выбрасывали. Как получается, что яму никто не хочет, кроме, наверное, единственная яма у меня в хуторе. Не единственная, у меня их уже 30. А какие деревья растут? Как можно? Ведь это же, мы же взяли из природы, надо туда вернуть. И вот я в СИЗО. Я захожу в библиотеку. Хорошая библиотека. Смотрю, там стоят парты, все, человек, 20 ребятишек. Знаете, что? Я говорю, шепотом библиотеку, говорю, а что они тут делают? А им лекцию читают про патриотизм. Понимаете? И я смотрю на этих ребятишек сельских, да, у них в глазах стоит тоска. Они недокормлены в большинстве своем. Вы думаете, картошка это уже вся еда? Они недокормлены. Вот. Я был поражен. Им надо это патриотизм. Патриотизм – это когда у тебя есть что защищать. Землю как не давали, так сейчас не дают. Заросло сотни гектаров вокруг наших деревень, заросло этим сосной. Преступление. Так людям и не поделили землю. Сказали, Вова, вот, вы наемники. Будут они это защищать? Какой патриотизм? Ну просто взять на уроках биологии и сказать, ребята, все, что вы выбрасываете за околицу, вы что думаете? Я был на посте, там стоят двое. Мы же платим. Пообещали электроэнергию отключить, если мы не заплатим за это. А люди все равно не платят. Значит, что получается? Где мусор? Хотя бы не здесь, не в ямах. В этих, которые я называю загребные. А опять самый красивый в мире сосновый бор продолжает это. Вот все, что добились. Патриотизм. А все, что надо на уроке биологии сказать. Ребята, может, мы уже так живем. Ну, наши дети должны жить в красоте. Я уже там фотографию понаделал, но не буду вам настроение портить. А тут попался с ним. Вот эта импортная техника. За что? Это же все из наших карманов.